всплыли новые факты о следующей серии проекта «Холостячка», а также гипотезы и теории. Во-первых, в путешествие поедут не только Злата и ее воришка, который ее якобы украл. Это сначала она поедет на свидание с одним мужчиной, а потом туда в путешествие подтянутся и другие холостяки. В итоге будет три греческих свидания. Дайвинг с Андреем Акваменом, по логике, с кем еще он же профессионал в этом деле. Морское свидание на лошадях, так кто же ее все-таки украдет? В прошлой серии появилось два фаворита. Это Роман, стоматолог, и Максим Тарапата. Поскольку в прошлой серии говорилось больше о Максиме, то украдет ее Рома. Появится настоящее испытание для мужчин, как было в первом сезоне «Холостячки» в первой серии. Некая эстафета. И один из мужчин откажется от этого испытания. Говорят, что Олег. Чем очень расстроит «Холостячку». А если вы хотите увидеть больше подробных кадров с анонса, всех приглашаю в мой инстаграм Оксана Дагетман. И напишите мне хотя бы под одним постом, кто с ютуба перешел. Мне просто интересно.